Я стану королевой колледжа! Да, поздравляем! Подвинься, лучистая! Я стану королевой колледжа, а ты проиграешь! А я все-таки попробую! Я уничтожу всех конкурентов! О-оу, ничего, у меня есть запасное фото! Тебе не победить! Девочки, не ссорьтесь! Это же звезда! Мы тебя обожаем! Я стану королевой! Нет, я тебе не позволю! Луна, успокойся! Не бей звезду! О, мамочки! А без рукавов даже лучше! Ну что, разнимем их, как обычно! Пока-пока! Спасибо! Пока! Пока! Что? Спасибо, что подвезли, мальчики. Вау! Что это нам пришло? Это требование для участниц конкурса красоты. Ну что ж, нам предстоит много дел. Кто быстрее? А вот и наши чек-листы. Что? Вы уже ложитесь спать? Ну и Сони. Просыпайтесь, мне скучно. Прекрати светить тут солнце, не мешай нам спать. Ну и зануды. Чем же мне заняться? О, я кое-что придумала. Подправим этот плакат, пока никто не видит. Я сделала его только лучше. Вот теперь можно и поспать. Все спят? Отлично. Время для маленькой шалости. Идеально. Пора вставать. Что с моей прической? Не с моим макияжем? Доброе утро, девочки. А я, как всегда, выгляжу превосходно. Как у нее это получается? Луна, будешь завтракать? Нет. Зато ты примешь утренний душ. Нет, прекрати. За что? Ну ты злюка. Моя прическа и одежда. О, уже все в порядке. Вот так намного лучше. Идем. Посмотрите на этих будущих королев колледжа. С чего все там смеются? Кто-то испортил наш плакат. Ну почему звезда осталась нетронутой? Не знаю. Мне всегда везет. Я это исправлю. Что? Почему маркер не оставляет следов? Это что, какая-то магия? Может, маркер не пишет? А нет, пишет. Что ты наделала? Дело не в маркере. Ха-ха, пока, лузер. Эту звезду ничто не берет. Проклятье. Итак, первый пункт списка – одежда. Посмотрим, что у меня есть. Нет, 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 это не подходит. А, и зачем так швыряться вещами? Солнце уже начала подготовку. Мне тоже нужно поторопиться. Все не то. Эй, можно поаккуратнее? Упс. Что с ней? Кажется, я нашла подходящий наряд. Спасибо, девчонки. Одежда есть. Ну, воображала. И что мне надеть? О, да. Вот мое подходящее платье. О, какой тут беспорядок. Платье исчезло с приходом ночи. О, нет. Кто украл мое платье? Это ты. Я? Нет. Как ты могла такое подумать? Ну, ладно. Алло, мне нужно платье срочно. Вот ваш заказ. Оплатите его. Усни, настала ночь. Нет, проснись, солнце уже взошло. Ты хотел взять деньги. Усни. Мне тоже настал день. Нет, ночь. Восход, закат, восход, закат. Мне пора. Ладно, вот ваша оплата. Проснись. О, спасибо. Пока-пока. Ну ты излюка. Подумаешь, зато у меня уже есть платье.
Мне нечего надеть. У меня все еще нет платья. И, ребята, пожалуйста, поставьте 10 тысяч лайков этому видео. И тогда у меня появится возможность получить платье. Спасибо. Теперь у меня есть нитки. Но этого мало. Добавьте еще немного лайков, пожалуйста. Спасибо. И у меня появились пайетки. Но этого недостаточно для платья. Поставьте еще больше лайков. О, да, получилось. Спасибо большое, ребята. Теперь я могу сшить свой наряд. Это будет блестяще. О, да, первая пайетка пришита. О, нет, нужно поторапливаться. Оу, что она задумала? Вау, получилось! Наконец-то пункт с одеждой выполнен. Теперь мне нужно сделать прическу. Ну что, приступим. Опс, твои бигуди убежали. Мои бигуди! Отлично, этот фен будет полон сюрпризов. Сидеть, бигуди. Сначала я посушу волосы. Эй, а что с феном? Фу, ну и гадость, мои волосы. Как это почистить? Нет, расческа тут бессильна. Я знаю, нужно вымыть весь слайм. Отлично. А теперь займемся укладкой. Бигуди вперед. Теперь немного подождем. О, да, мои легкие локоны прекрасны. Добавим солнечные заколки. И моя прическа готова. Эй, Луна, подумаешь, я тоже быстро сделаю свою прическу. Легкие процедуры по уходу за волосами. И вуаля, мои волосы стали цвета ночной мечты. Эй, смотри, там Старбой. Где? Там никого нет. Прости, примерещилась. Суши волосы дальше. Что-то фен барахлит. Да, я посмотрю. Проклятие! Какую же прическу мне выбрать? Может, эту? Нет. Или вот эту? Нет. А вот это мне нравится. Муке, не остановить меня. Все чисто. Ты чуть не попала в меня кисточкой. Хотя следующий пункт у нас макияж. Кисточка мне как раз пригодится. Эй, Луна, это твоя кисточка? Получай ответный удар. Что? Ты сама объявила эту битву косметикой? Спасибо. Вау, это мне тоже пригодится. Сколько здесь всего? Отлично. Вот и мой звездный макияж готов. У этой звезды уже есть макияж, но и я не буду отставать. О, сыграем. Нет, эти губы мне не нравятся. Нет. О, да. О-оу. Отлично. Мой макияж готов. Макияж, скорее. Осталась только я. Пудра, быстрее. О, нет, нет, нет. Что это за пудра? Это лунная пудра. У солнца на нее аллергия. Ты специально меня подставила, Луна. Упс. Теперь надо избавиться от прыщей с помощью моих солнечных патчей. Забота солнца. А теперь макияж. Легкий тон. Желтые тени. И красные тени. Ровные стрелки. И мои любимые солнечные лучи. Добавим блеска. Мой солнечный макияж готов. Восхитительно. Всю косметику можно складывать обратно.
О, нет, моя косметичка. Она пропала. Значит, нужно сделать новую сумочку. Мне понадобится плотный круг и желтая ткань. Вырезаем, обклеиваем и умножаем на 2. Вау! Склеиваем детали с дугой. Это будет стенка моей сумочки. Теперь поколдуем над пайетками. Мой солнечный декор так и сверкает. И не забыть про ручку. Теперь в мою солнечную сумочку я положу все необходимое. Правда, прелесть? Мне нужны аксессуары. Ну хорошо, сейчас будет фокус. Из этой ткани я сделаю себе пояс. Добавлю месяц из блестящего фоамирана. Сделаю его более ажурным. Какая же луна без лунных кристаллов? Нужно склеить их очень аккуратно. Ювелирная работа. Я справилась. А теперь добавим блестяшки. Мой роскошный пояс готов. Нужны аксессуары? Точно! Я загадаю желание под звездой. Пожалуйста, я хочу себе сережки. Вау! Моя удача снова меня не подвела. Какие же красивые сережки! Я тоже хочу себе такие. Нужно загадать желание. Ну уже, желание, давай сбывайся. Ну почему у меня ничего не работает? Я сделаю сережки сама. Вырежу из золотистого фоамирана 2 небольших солнышка. И приклею кисточку из золотых нитей. Осталось вставить крепление для сережек. И мои роскошные серьги готовы. Но чего-то не хватает. Точно. Мне нужен чокер. Спокойствие, гармония и солнечный свет. О да, вот это солнце мне и нужно. Подвешу его на свою ленточку. Идеальный чокер готов. Аксессуары есть. Какая красота! Она сделала чокер. Солнечный гений. Я тоже могу сделать себе чокер ничуть не хуже. Из простого шнурка. Готово. Вау! Как мне нравится мой образ. Оу, как сильно слепит солнце прямо в глаза. Ауч! Моя голова! О, я одолжу эти звездочки. Вау! Самое красивое ожерелье получилось. Солнце, ты в порядке? Вставай! Из моего списка осталась только диадема. Но где же ее взять? Кто там? А ты еще кто? Звезда? Я принес тебе подарок. Это тебе. Я твой самый большой фанат. Спасибо большое. Что же внутри? Ух ты! Вау! Это звездная диадема. Как раз ее мне и не хватало. Подумаешь, звездная диадема. Моя корона будет еще лучше. Мне нужны палочки термоклея, нож. Теперь нужно его покрасить. Вот и моя прекрасная диадема готова. Лунный знак и вуаля. Спасибо, спасибо всем. Я так рада быть вашей королевой. Спасибо. О нет, это был всего лишь сон. У меня еще нет короны, но я могу быстро ее сделать. Из блестящего фоамирана я вырежу солнечную диадему и склею несколько слоев разных оттенков. Теперь приклею свое солнце на обруч. О да, я настоящая королева. Диадема готова. Посмотрите на нас, мы все готовы к конкурсу. Пойдем. Солнце? Падение конкурентов. Юху! Солнце, звезда и луна! Мы ваши фанаты! Луна! Луна! Солнце! Звезда! Приветствую вас на нашем конкурсе красоты. Кто же получит титул и станет самой красивой девушкой колледжа? И победителем становится... Нет! Я хочу стать королевой! Ловлю! О, я твой самый большой фанат! И побеждает звезда! Ты наша новая королева колледжа! Спасибо, спасибо большое! Нет, это была моя победа! Битва не окончена! Я хочу победить! Разнимаем их, как обычно! И мы теперь должны жить вместе. Это ужасно. А? Нет, только не с тобой. Моя кровать сверху. Пора спать. Недоброй ночи.
Мне это не нравится. Есть идея. Только бы никого не разбудить. Упс. Фух, эти кроксы слишком опасны. Что происходит? Кто здесь? О, мои глаза! Слишком яркий свет! Упс! Кроксы? Подозрительно. Я знаю, что с ними делать. Упс! Итак, вот мой план. Одежда, прическа, макияж. Можно потише? Ты мешаешь мне спать. О, да, конечно. Я уже ложусь. Завтра будет прекрасный день. Доброе утро. Фу, ну и гадость. Я не могу жить в такой атмосфере. Как это противно. В чем дело, принцесса? Никогда носков не видела. Спустись с небес на землю. О, я проголодалась. Где мой завтрак? Алло, мне нужна срочная доставка пиццы. Одна полуночная пицца и лунный коктейль. Спасибо. Сдачу оставь себе. Спасибо. А вот и мой любимый завтрак. Яичница в виде солнца и облаков. Ми-ми-ми, обожаю облака. А я обожаю портить хороший день. Мой завтрак. Приятного мне аппетита. Это было вкусно. Я наелась. Фу, это отвратительно. Как ты так можешь? Легко. Что надеть? Вот это клевое платье. А тебе лучше принять душ, солнышко. О, рюкзак моей лучезарной соседки. Хочешь коктейль? Угощайся. А мне пора в колледж. Мне нужно переодеться. Нельзя идти в пижаме. Что выбрать? Худи или худи? А может худи? Нет, ничего из этого не подходит. Мне нечего надеть. О, можно попробовать сделать платье самой. Немного фантазии и мастерства. Вау! Солнечное королевское платье готово. Как красиво. Одежда есть. Всем привет. Классное платье. Привет, ночь. Привет, лузер. Доставай учебники. О, мои книги. Что с ними случилось? О, грязнуля. Гадость. Фу. О, какая жалость. Вау, смотри, какой блокнот у ночи. Что? Так нечестно. Какое неуважение к учебе. Охрана, вывести ее. Нет, пожалуйста, не надо. Покиньте класс немедленно. Ой, бедняжка, сегодня не твой день. Я не виновата, меня подставили. Мои кроксы? Что? Ничего. На выход. Мои волосы испорчены. Что же делать? Я смогу все исправить. Мне нужен новый солнечный гребень. Приклею золотистый фатин на гребешок. И украшу янтарными бусинами. Такой гребень справится с любой бедой в волосах. Вау! Мои волосы обрели новую жизнь. А теперь займемся прической. Яркие желтые ленты заплету в пряди у лица. И вырежу облака для заколок. Украшу прическу бантиком. О да, для моей прически настал новый солнечный день. Прическа готова.
Привет! Так мило, что аж тошнит. У меня есть идея получше. Мой лунный ритуал. Что она делает? Мой лунный макияж готов. Вау, как красиво! И блеск для губ. Круто! Вау! Можно мне тоже? Пожалуйста! О, конечно, для тебя специальный рецепт. Держи. Спасибо. О, не за что. Ты, выходи отвечать. Конечно. Мамочки, как печет. Что происходит? Упс. Простите. Кто бы мог подумать? Вон из класса. Немедленно. Как горячо. Мои губы горят. Фух, кажется, прошло. А теперь нужно заняться макияжем. Поехали. Побольше желтого и оранжевого. И, конечно же, золотого. Блестящие золотые лучи – это то, что нужно. Немного солнечной пудры. Я просто сияю. Вау! Макияж завершен. А теперь диадема. Скорее нужно поспешить. У меня есть обруч и пластиковые стяжки. Этого хватит. Обрезаю стяжки разной длины и приклеиваю их на обруч. Красота, но слишком черная. Украшу все золотистым фатином. Nice. А теперь добавлю блеска. И побольше. Wow. Вуаля, моя солнечная диадема готова. Я чувствую себя настоящей королевой. Спасибо, всем спасибо. Диадема сделана. Оу, мне не помешает обувь. У ночи всегда есть куча полезного мусора. Оп, и обувь готова. Очень экологично. Вау, как очаровательно. Спасибо. Ей меня не переплюнуть. Моя ночная диадема ничуть не хуже. Вау, ночь такая красивая. А еще у меня есть красивая обувь. Чего не скажешь о твоих убогих шлепанцах. У нее что, нет обуви? Как можно было надеть бутылки? Ужас. Он спит? Прекрасно. Фу, мои кроксы явно пострадали. Я спасу вас, бедняжки. Опс, приветик. Спи, моя радость, усни. В колледже гаснут огни. Фух, здесь нужна химчистка. Ну и вонь. Попробую духи. Не помогло. Холодный душ? Нет. Тяжелая артиллерия? Нет, они безнадежно испорчены. Без туфель мне не попасть на конкурс. Ребята, пожалуйста, скорее поставьте лайк, чтобы у меня появились красивые туфли. О, да, спасибо. У нас все получилось. Я вас люблю. Добро пожаловать на конкурс «Королева колледжа». Не трогай меня. Сама не трогай. Так, так, так. Кто надел мою обувь? А? Нет, здесь ее нет. Настал решающий момент. Сейчас мы узнаем победителя. Кто же это будет? И королевой колледжа становится... Конечно же я! Дэй! О, да! Я королева! Что? Поздравляем! Ты наша королева!
можно твой автограф? О, обожаю ее. Привет. Привет, Нэнси. Ты достала автограф королевы? Повезло. Эй, привет, ботанша. Жалкие ботанши, фанатки Сейлор Мун. Посмотри на этих двух неудачниц. Думают, что они супергерои. Таким, как вы, место в шкафчике, чтобы вас никто не видел. А это еще кто? С тобой мы тоже разберемся. Лунная призма, дай мне силу. Лунный жезл. Я накажу вас во имя Луны. Ты что, борись, бро! Ага, я смелый. Это было забавно. Привет, девчонки. Святое аниме. Не верю глазам. Это Сейлор Мун. И ее диадема такая красивая. В отличие от моей. Я тоже хочу себе диадему. Не плачьте, девчонки. Вот вам новые диадемы. Спасибо, Сейлор Мун. Это вам. Звездные леденцы? Люблю лунный леденец. А мне уже пора. Пока. Нет, не уходи. Мы с тобой, Сейлор Мун. Что случилось? Где это мы? Девчонка тебя сделала. Хватит. Время пришло. Что с тобой, бро? Я не бро. Я принц Алмаз. Серьезно? Ну ты даешь. Принц Алмаз, третий глаз. Я не могу. Надел плащ и такой божный. Что это у тебя на лбу? Помолчи. Какая она славная. Такая хорошенькая. Что? О да, моя кошечка. А кто самый славный пушистик? Маленький комочек радости. Лучше не надо. А, больно. Упс, она не любит чужих. Это было жестоко. Ну все, девочки, вам уже пора. Спасибо, что зашли в гости. Пока. Что? Опять вы? Лунная призма. Упс, сильная штука. Хватит, уходите. Пожалуйста. Мы хотим быть такими же, как ты. Поможешь нам? Умоляем. Окей. Ура, мы станем Сейлор Мун. А где же она? Сила лунной умывалки для лица. Моя кожа никогда не была такой чистой. Это суперсредство. Весь мир будет в моей власти. Сейлор Мун. Ты еще пожалеешь, что мы встретились. Я иду за тобой. Время увлажнения. Увлажнись, Холли. Серьезно? Ты сама напросилась, Нэнси. Все, сдаюсь. Моли о пощаде. Друзья, скорее поставьте лайк этому видео, чтобы у Холли закончилась вода в ее пушке. Сработало, спасибо. Проклятье. Вода закончилась. Возьмите увлажняющее средство для кожи.
Кстати, у тебя прыщ величиной с луну. А? Гадость, надо его выдавить. Меня сейчас тошнит. Здесь нужна салфетка. Очень много салфеток. Гадость. Я вынесу мусор. О, какой тяжелый. Давай вместе. Оставьте это мне, девочки. Работают профессионалы. Разойдитесь. Что там происходит? На счет три открывайте дверь. Раз, два, три. Отлично. А это еще что? Наша косметичка. Фух. Будем краситься. Мои глаза? Я ничего не вижу. О, я нашла пудру. Упс, прости. Стоять! Спасибо, Сейлор Мун. Всегда пожалуйста. Начинайте макияж. Прекрасно, девочки. Этот оранжевый карандаш подойдет тебе, Холли. Ты вылитая, Сейлор Марс. А вот Нэнси нужна помощь. Что? Как ты это сделала? Я тоже хочу такой крутой макияж. Можно мне тоже? Пожалуйста, пожалуйста, умоляю. Ну, пожалуйста. О, звездочка. Это мне и нужно. Как же ее прикрепить? Ух ты! Сейлор Венера! Ненавижу мусор! О, мне звонят! Ой, точно, это же черный алмаз! Ну что, ты поймал Сейлор Мун? Еще нет, там вышла накладочка. Я этого не потерплю. Выполни свое задание как можно быстрее. Погнали. Я готов. Хоть бы не уронить. Мои ногти. А нет, это же перчатки. С моими ногтями все в порядке. Мы устроим ванночку для наших ручек. Бомбочка. Космические блестки. Сейлор Мун, плыви. Вот тебе джакузи. Эй, достаточно игрушек? Это ванночка для рук. Вот так. Какой красивый маникюр! Просто восторг! Что там происходит? Вроде все тихо. Кто там? О, привет! Вау! Прекрасная луна! Моя нога! Упс! Все чисто. Ауч! Эй, тебе помочь с прической? Нет, я сама. Ладно, привет. Ну как, что скажете? Ничего. А вот как может быть.
Как красиво! Можешь и мне сделать такую прическу? Пожалуйста! О, да! Вау! Не за что! Оу, какая сильная девушка! Моя мечта! Ну что там? Схватил девчонку? Где она? Еще нет! А, ненавижу ждать! Поймай ее немедленно, ты понял меня? Слушаюсь, босс. И без девчонки не возвращайся. О, Сейлор Мун. Ты прячешь оружие под плащом? Ну, сейчас я тебя... Нет, это цветы. А? Какой же ты милый. Может, сходим куда-нибудь? Девчонки, я ухожу. У меня свидание. Вау, поздравляем. Пока-пока. Нет, босс, я больше на тебя не работаю. Я готова. Идем? О, нет. А это еще кто? О, нет. Где это мы? Теперь ты в моей полной власти. Наконец-то. Что тебе нужно? Чтобы уничтожить планету, мне не хватает только одного. Твоего ожерелья. Нет. Я не позволю тебе. Ты не посмеешь. Я остановлю тебя. Нет, 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 не надо. О, как страшно. Думал, что победишь меня, мальчишка. Не выйдет. Прощай, драгоценный алмаз. А теперь твоя очередь. Нет! Кто кричит? Это Сейлор Мун. Ей нужна наша помощь. Я вооружена и очень опасна. А я дела кота. На что ты так смотришь? Вау! Да, я отлично выгляжу, я знаю. Нет, подвинься. Там гардероб, Сейлор Мун. Переоденемся? Вау, лунный жезл. Я всегда о нем мечтал. Нет, только не... Упс, туши скорее. Нам уже пора. Скоро я все уничтожу. Ну и марафон. Привет. Та-дам! Вы тоже воины? Ну, вы даете. Эй, вы что, в моей одежде? Да, правда круто. Нам так идем? Время остановить этого мрачного похитителя. У меня тоже есть оружие. А? Что ты теперь скажешь, злодей? Как страшно. Детский сад. Что? Точно, есть идея. Котик. О нет, у меня убийственная аллергия на котов. Да, вы победили. Молодцы, девчонки. О нет, алмаз. Он пожертвовал собой ради меня. Очнись, любимый. Точно, вот что нужно. Эй, Сейлор Мун, держи. Оживи своего принца. Сейлор Мун, ты жив. Спасибо, подружки. Благодарю вас, дамы. Теперь вы тоже Сейлор Войны. Сейлор Венера. Сейлор Марс. Добро пожаловать в команду. Вау!